В стране не зарегистрировано нарушение выборного законодательства. По данным Генпрокуратуры, через социальные сети поступила информация о правонарушении, однако она не подтвердилась. Представители надзорного органа предупреждают об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Сегодня несут посменное дежурство около 20 тысяч специалистов правоохранительных органов. Увеличены наряды стражи порядка на улицах и в общественных местах. За ходом выборов от центра непартийного контроля наблюдает свыше 22 тысяч человек. Представитель организации сообщил об открытом, справедливом прохождении выборов, а также об объективном мониторинге кампании. Что у нас на всех участках сидят наблюдатели, мы непосредственно связываем с ним, узнаем ту или иную ситуацию, есть ли по факту такие вещи. То есть на самом деле много то, что публикуется, не соответствует действительности. Мы это смело можем говорить, потому что мы во всех участках наши наблюдатели сидят.